сейчас задача, ну, в частности, как я понимаю, цифровизация – это использование современных технологий для сокращения расходов, для повышения эффективности в целом всех отраслей. Для себя был приятно удивлен тем, что у них не цель там заработать денег, да, там, как правило, обычно, как это делают там, ну, раньше такая была тенденция, больше именно то, чтобы их разработки, они могли бы быть применимы и использованы вообще на общемировом масштабе.